Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем, как это сказать, мы продолжаем выполнять ачивки, да. И в первом видео, если так посчитать, нормальные, адекватные ачивки уже набралось. Сейчас еще раз посмотрю. 12 ачивок, да. Я думаю. Да, ну как раз сейчас начнем. Я думаю, первая ачивка это будет найти деревню, поселиться. Мы поселимся не в ней, а рядом с ней. Один пользователь писал в комментариях, чтобы мы ее развили хотя бы до голема. Ну, посмотрим. Давай тогда гейм-мод. Я думаю, реально можно включать гейм-мод, так как, например, даже люди есть такие, которые написали там «постройте замок», «постройте свои скины». Ну да, ачивки-то нормальные. Ну как вы думаете, мы сейчас будем, ну сколько там, 10 съемок подряд, ну 10 серий подряд, или даже не серия, а просто вне съемки, будем там рейд-шахты, как бы добывать ресурсы, там всякие разные ресурсы, только для того, чтобы построить какой-то там замок, и тот замок мы будем строить, ну не знаю, тоже серии где-то 5, нет? А так, так с креатива возьмем ресурс, которые нужны, и потом все нормально построим. Сейчас я дальность. Те же, например, скины. Построить свои скины там в полный рост. А, ну скины, если так нормально строить, то скины, ну... Ты куда улетел у тебя? Что-то лаги, что-то... Да пофиг, потом ты пешил. Если даже так смотреть, то скины нужны, ну в смысле скины нужно строить с шерсти, чтобы они такие более-менее красивые были. Можно любой блок вообще добавить. Ну, в принципе, да. Ну не будешь там с камня строить или еще что-то. Я думаю, нужно добавить... Чё? Да не, чё. Нужно добавить карту, а то хрен мы так даже деревню найдем. Блин, что-то у меня такие лаги. Так, ну ладно, это попозже пройдет. Ну потому что мир грузится. Мир только вчера создали. Ну да. Не прогрузился еще. Да вот у меня перед глазами грузится. Ну иди тогда в другую сторону, не за мной. Нахрена? Я буду искать его. А, окей. Потом, если что, ты пешнемся. Интересно, такая команда спид действует. Нет. Ну ладно. Даже если бы действовало, то еще мир не прогрузился, еще бы больше лаги были. Ну хотя бы на двоечку, на троечку можно было поставить. Не знаю. Ну, я так думаю. Я играл нормально было на двойке. Я думаю, мы сейчас, не знаю, поставим на паузу и добавим себе мини-карту. А то еще то как-то так искать без мини-карты. Нет, смотри, а может бандикам не записывать? То есть смотри, ты тут на... А, нет, подожди. Если только из Майнкрафта... Нет, надо... Если мы выйдем из Майнкрафта, запись остановится. Ну да, ну остановим запись, добавим мини-карту, потом зайдем и продолжим запись. Слушай, у меня вообще мир не грузится, вообще просто. У меня тоже какой-то обрыв такой вниз. Ну ладно, вот заодно сейчас можно и мир. А, все, прогрузился. Во-во. Я вообще в стене оказался. Не в стене, а в горе. Я тоже. А опять не грузится. Опять в стене. Ну ладно, тогда мы отключаем запись, наверное. Не, ну отключим, добавим мини-карту, потом включим заново. Давай. Ну да, давай. Все, мы останавливаем. Ну что ж, дорогие друзья, мы вернулись, установили себе несколько модов. Ну такие не глобальные, которые только помогают немножко играть и... И что мы сделали? И мы полетали, так как... Ну, в смысле... У нас мир не грузился долго, мы нашли без съемок эту деревню. Да, реально, потому что мы раз 10, не знаю, даже больше, тупо перезаходили, заходили, выходили, заходили опять, потому что просто-напросто мир не грузился. Я не знаю почему, но сейчас я вот немножко полетал, вот нашел, можно сказать, идеальную такую территорию, где поля, чтобы можно было строить там... Вот, мы нашли две деревни вообще. Ну да, вот тут одна. Но деревня. Одна кривая была. Да, одна тут деревня, одна вот тут рядом. Я решили выбрать я столько летал, даже
Ну не знаю, вообще никакой нормальный биом не нашел, чтобы там еще даже деревня была. А сейчас вот как раз прилетел сюда, и тут две деревни сразу. Ну это отлично, так как, согласитесь, нормальная такая территория, поля, и, например, для того же замка построить, для тех же скинов построить, нет? Ну да, почему бы и нет. Просто взять, разровнять небольшую площадь и построить свои скины. Ну, на... Только я буду подглядывать свой скин, так как сейчас его на мне нету. Ну да. Ну я имею в виду в том, что место есть, как бы не лес, что нужно еще расчищать там местность, а такое. Сейчас я тогда ставить день. Ну да, конечно же. Да. И как раз вот тут горы, так как горы тоже нам пригодятся, там есть ачивки еще построить там голову скина в горе или еще ну, там это что-то. Мы поняли, это пока давай не рассказывать, просто давай, ну с какой начнем примерно? Ну я с голов говорю. Или? Ну давай ты иди там строй дом в стиле вестерн, ты там плакал, что хочешь строить его. Кто плакал, а? Ладно, тогда я сейчас посмотрю, какие еще там ачивки есть, сразиться на мечах, но это потом вырастить джунгл дерево, большое. Ладно, тогда сейчас. Большое. Заткнись, а. Что ты говорил? Плакса. Ладно, тогда строим дерево. Пусть будет, не знаю, вот тут. Какое это большое? Сколько там пусть будет? Не, это уже слишком большое. Так, сейчас. Домик я построю двухэтажный. Вестер, двухэтажный. Да, и двухэтажный есть. А кстати, потом нужно заспавнить лошадок рядом, как бы. Ковбои. Зачем заспавнить, их искать надо? Ну а в смысле спавнить нельзя, нету яиц. Можно, есть яйца, но зачем? Ну в смысле дом в стиле вестер. Как бы вестер. А, нет? Ты хочешь слышать ми? Ну да, пусть будет. В смысле большое джангл дерево? Тут больше, чем 4 блока не спавнится. Нет, больше нельзя. Я ну, так большое думаю. Джунгл дерево это нереально. Хотя если оно будет, по-моему, само расти. Ну если само. Ну, в принципе, мне как-то знаешь, я сейчас посажу саженцы, пусть оно там растет. А, ну вот тут. Ну я знаю, что большое дерево можно только дуб, как бы, оно там вообще громадное вырастает. А чтобы, ну не знаю, короче, я там посадил, пусть растет. Ладно, чё тогда? Ну, одна ачивка, не знаю, пусть будет выполнена. Ну да. Ну да, ну вот тут 4 блока джангл дерева, а там пусть еще растет. Я не знаю, вырастет там 6 блоков или сколько тут. 5, 6, 7, 8, 9. Ну, посмотрим, короче, да, эта ачивка выполнена. Идем дальше. Сейчас, я посмотрю опять, какие там ачивки есть. Построить дом вестер, ну это ты строишь, подоить корову. Ладно, сейчас найдем корову. А, я вижу, да, ты уже строишь. Ну, прикольно. Ну да, как думаешь, будем строить это все возле деревни, как бы, будем организовать эту деревню, чтобы потом она как бы превратилась в большой город, нет? Ну да. Это будет вообще прикольно, так как сейчас только жители, а потом будут, ну, дома жителей. А потом тут будут и наши дома, и наши там постройки, и это уже будет прикольно. Ни хрена себе, сколько тут овец, ну штук так 30 точно, если не больше. Даже больше. Ладно, тогда сейчас корову найду, если найду. Опять мир, а не, грузится, сейчас грузится. Просто дальность такая. Да ты издеваешься, да я уже где-то, если честно, нашел больше, чем 100 овец. Угу. А коровы. Но нам не говорили, по-моему, разводить овец. Не, ну в смысле, они вот тут заспавнены. Как бы, их очень-очень-очень много. В принципе, если мы их разводили, то просто-напросто бы заспавнили. Я так думаю. Так, короче, опять мир как-то плохо грузится, или это дальность такая? Да нет, у меня нормально. Да не, я не это имею в виду. Дальность такая. Ладно, тогда сейчас еще раз посмотрю ачивку, эту потом сделаем. Поселиться возле деревни.
Ну, в принципе, мы это уже сделали, нет? Да. И поэтому ачивка выполнена. Построить голову в горе. Это в смысле голову скина, как бы только. Да. Ну сейчас, так, я посмотрю на свой скин. Как это будет выглядеть. В принципе, у меня кепка какая-то. Ну сейчас, короче, посмотрю. Так, тут я тогда построю свою голову, а ты потом по своему скину построишь твою, потому что у тебя сейчас скина нету. Ладно? Я в скайпе там. Ну да, да, конечно. Я просто сейчас строю дом. Тогда я построю, не знаю, где, пусть будет. Ну пусть будет вот тут. А, нет, тут нет. Или да. Ладно. Тогда сейчас. Я это все как бы расчищу. Ну, в смысле, наоборот. Выровняю. Давай,
Я все. Иди сюда, посмотри, нормально так, нет? Погоди, погоди. Ну, в принципе, я полностью построил голову. Как бы даже прикольно так получилось. Ага, еще вроде так, если я не ошибаюсь. Я тут декорирую. Декорируешь? Дикарь. Ну как? Короче. Короче, тебе не понять. А, ну да. Ну иди сюда. Ну подожди. Строитель. Ладно, сейчас дострою уже. О, ты там вон. Ну давай. Ну показывай. В принципе, смотри, вот, иди сюда, налево. Ну вот он ты. Ну где? Не выросло дерево, видишь, я посадил, оно само как бы выросло, и только 4 блока растет. Я не знаю. Но 4 блока это и должно быть, это большое и есть дерево. Ну да. Ты все правильно вроде сделал же. Ну да. Ну-ка, просто... а что там с твоим скином? Головой. Ничего. Ну, в принципе, нормально, я думаю. Ну да, но на один блок ниже сделать, чтобы рот как-то не висел, как будто челюсть отпала. В принципе, оно так и есть на всех скинах. А, ну да, все, не-не-не, все нормально. Ну-ка, дай-ка на твою рожу посмотрю. Да стой ты! Ну-ка, ой, господи. Ну? Да, похоже. А, ну-ка, зад. Зад тоже. Да, тоже похож. Ну, окей, сойдет. Нормальный, и красивый. И ты, не знаю, построишь там напротив, чтобы было как бы рядом. Ну да, я знаю. Все, тогда... Ну, я немножко один блок не достроил, как бы я только сейчас заметил. Промежуток между глазами 2 блока должно быть, а у меня только 1. Ну, пусть будет, я думаю, ничего страшного. И... Нет, ачивка еще не выполнена, как бы. Ачивка будет выполнена, когда еще ты построишь. Да. Угу. Так, где ты сейчас? Сейчас я тебя найду. А, вижу, все. Не, ну прикольно. Да, еще такие двери, знаешь, реально, как когда в бар заходишь, не как нормальные двери открываются, так как бы вперед расталкиваешь. Да, реально прикольно. Так, это второй этаж, это бар, тоже прикольно. Не, реально круто. Да, неплохо. Так. А ну, где тут эти яйца, чтобы спавнить? А, все нашел. Spawn Villager, Spawn Ocelot. Так, я сейчас пойду-ка заполню сундуки тип хмелем. А? Ну, я же говорю, декорация. А я так думаю, что конячку спавнить нельзя. Конячку. Ну да, я думаю, ее искать надо. А, блин, это же 1.5.2. Здесь, по-моему, нету коня, да? Точно. Что там из-за тупика? Надо, ну это переходить на другую эту. Да, реально. Надо версию. Мы что-то. Может, в следующей серии попробуем перейти на другую версию, карту просто туда перезальем. Ну ладно.
Так, тогда... Не, ну в принципе реально, круто. Давай, ты там заканчивай, еще долго? Все. Ну да. А, нет, не все. Последние штрихи. Так. Че тут? А, ну да. Сейчас, я выйду. А, ну все. Не, реально, очень круто. Готово. Там, закрой там дверь. И справа сверху должна сейчас появиться ачивка, выполнена. Да. Да, там бум, вверху. Так, появилось. Ну, в принципе, да, дорогие друзья, мы выполнили, сейчас посчитаю сколько. А мы сделали... Подожди, мой скин, ты что? Да ну, построй уже в следующей серии, это еще где-то на 10 минут, okay. Это и так уже. Тогда мы выполнили ачивку вырастить джангл дерево, поселиться возле деревни, это мы тоже выполнили. И сейчас еще... Так, где тут? Построить дом Вестерн. Пум, тоже выполнено. И, ну, еще выполнили пол ачивки построить голову в горе. Еще осталось, чтобы Вайт построил свою голову. И будет выполнена полностью ачивка. И пишите еще ачивки в комментариях. Уже можно практически писать любые ачивки, так как мы подумали, что будем играть с гейм-модом. Это как бы... Ну, не всегда. Ну, не всегда. Например, вот та же ачивка, что есть, подоите корову. Я бы, например, мог заспавнить корову и просто, просто ее подоить. Ну, а я буду искать. Поэтому, ну, как бы... Что ты сделал? Я ничего не делал. А, ну да, конечно. И... Да ты меня уже перебил, Свалота. Я уже забыл, что я вообще хотел сказать. И мучаешь, что ты... И так надолго затянулось. Ладно, короче, пишите ачивки, нормальные, адекватные ачивки, чтобы... Ты дурак? Нет. Я вижу, что да, немножко. Ладно, ты дашь мне вообще договорить, нет? Да. Ну, тогда дай. И молчи там, любуйся своим домиком. Пишите ачивки под комментариями, чтобы не были такие трудно, как бы, выполнимыми, чтобы были прикольными, и чтобы... Ну да. Любые ачивки. И я думаю, на этом уже можно закончить этот эпизод. В следующем эпизоде вот этот, не знаю, как его уже назвать, уже доделает свою голову, и будет выполнена ачивка. И у нас уже сейчас 12 ачивок. Если вы напишите, будет больше. И, ну, все, я думаю, можно прощаться. Всем спасибо. Нет, за просмотр. Подожди. Сейчас ты опять какую-то херню сделаешь, короче. Не-не-не-не-не-не-не-не. Короче, да. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Пока. Дебил.